8 мая во всем мире проходит акция ЮНЕСКО «100 миллионов деревьев», в которой активное участие принимают и Даугавпилс. Воспитанники 20-го детского сада вместе со своими воспитателями и родителями вышли во двор, чтобы посадить 39 деревьев – липы, туи, рябины, можжевельник. Двор украсили также кусты гортензии. Мы участвуем в этой акции в рамках проекта ЮНЕСКО при поддержке Latvia Svalsts Meži. Мы получили саженцы, 39 саженцев, очень высокого качества, и надеемся, что сегодня их посадим. Очень благоприятные погодные условия нам благоприятствуют. Конечно, наша цель – это развитие и сохранение окружающей природы. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети в этом участвовали, и что это будет все для будущих поколений. Мы благодарим наших родителей, которые любезно согласились сегодня прийти и помочь нам и вместе с детками осуществить эту акцию. Дети с интересом наблюдали за посадкой деревьев и с удовольствием помогали родителям и воспитателям. А чтобы войти со взрослыми за водой, выстраивалась очередь. Даже самые маленькие прекрасно знают, зачем нужно сажать деревья. Сажать деревья надо, потому что если не будет в мире деревьев, тогда у нас не будет свежего воздуха. Надо сажать деревья, чтобы было красиво. Во все зеленые. Чтобы был хороший кислород. А ты знаешь, зачем надо садить деревья? Да, деревья надо садить, чтобы было красиво, чтобы пели птички под окном, и еще чтобы кушать птичкам. Ранее на территории 20-го детского сада росли многолетние тополя, из-за которых были проблемы. Во-первых, при сильном ветре они могли упасть. А во-вторых, летом было много пуха, что тоже не особо приятно, особенно аллергикам. Не так давно тополя были срублены, и теперь им на смену пришли новые деревья, которые станут настоящим украшением детского сада.